В библиотеке должна быть тишина. Фраза совсем не актуальная для Пушкинки. Сегодня это площадка, где реализуют самые разные проекты. И развлекательные, и познавательные. Здесь работают и клубы по интересам, и семейные объединения, и мастерские. Проходят встречи с писателями и праздники в честь дней рождения сказочных персонажей. Но всегда в центре мероприятий книга. Уже 65 лет библиотека имени Пушкина занимается развитием, образованием и приобщением к чтению наших детей. Очень много детей здорово, искренне считают, что здесь гораздо интереснее, чем дома. Ну и мои дети также на самом деле много времени проводят, потому что у вас все время что-то происходит. Вам удалось создать ту атмосферу, когда к вам тянутся, у вас интересно. И не так много мест в городе, куда вот хочется, не задумываясь, прибежать и знать, что там точно будет здорово. Опыт нашей детской библиотеки перенимают и другие учреждения с разных уголков России. Сотрудники Пушкинки регулярно участвуют в различных библиотечных вебинарах, рассказывают о своих проектах, делятся наработками. Хочу от имени депутатов городской думы города Сарова и себя лично выразить искренние слова благодарности. Алексей Сафонов и Андрей Немчинов вручили почетные грамоты города заведующей отделом Ларисе Рустамовой и заведующей отделом информационно-библиографической деятельности Ларисе Швидченко. Кроме того, в подарок Пушкинке достались сертификаты на приобретение оргтехники. Также сотрудников библиотеки наградили благодарственными письмами и грамотами. Екатерина Опенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.